«Сказочный патруль» — это не только команда волшебниц на страже порядка города Мышкин. Это еще и супер-пупер-крутая музыкальная группа! Ю-ху! Ну, с сегодняшнего дня поможешь нам стать настоящими звездами? Ну что, поможешь нам стать настоящими звездами? Давно мы не брали в руки инструменты. Давай-ка повторим азы. Раз, два, три, поехали! В музыке важен ритм. Вовремя нажимай на кнопки, которые летят сверху экрана. Сейчас, нажимай. Ты просто молодец. Продолжай играть. Отлично получается! А теперь попробуй удерживать палец на кнопке. Ты просто молодец! Продолжай играть! Ну, вроде вспомнили азы. Но чтобы хорошо выступить, надо хорошо подготовиться. Нам нужно пробовать разные инструменты, экспериментировать с декорациями и, конечно, круто выглядеть! Мы только начали и пока что выступаем у себя на чердаке, но если хорошенько будем стараться, сможем выйти на настоящую сцену! А сейчас давай-ка украсим это местечко! Возьми гирлянду! Молодец! Идем дальше! Что бы еще придумать? Давай поставим этого милого плюшевого медведя! Отлично! Теперь надо бы подумать, кто на чем будет играть. Кстати, я бы сыграла в этот раз на гитаре. Здорово! Обращай внимание на пожелания девчонок при подготовке. Ты можешь видеть их в верхней части экрана. Когда пожелания выполнены, девчонки играют гораздо лучше, а значит, за выступление можно получить больше очков. А теперь поехали! Монеты и получили в награду предмет. Если сыграть на 3 звезды, в награду дают какую-то полезную вещицу, а за 1 или 2 звезды – монеты. Не забывай об этом. Мы успешно отыграли 1 выступление, и теперь нам доступно новое. Нажимай скорее. Здесь ты можешь посмотреть, какие мы получим награды за 1, 2 и 3 звезды на этом уровне. Если какие-то награды у нас уже есть, здесь это тоже отобразится. Начнем играть! А на этом выступлении нам понадобится что-то новенькое! Мы заработали монеты! Давай потратим их на новый реквизит! Девочки, мы же музыкальная группа! Может, нам что-то связанное с музыкой добавить на сцену? Вон ту люстру, например! Красота! Поехали дальше! Ой, девочки, а я хочу на бас-гитаре поиграть! А здесь должно быть 4 струны. Ладно. Девочки, а как вам такой спортивный костюм? Хочется что-то новенькое надеть. Ну, кажется, все. Все готовы. Пора начинать.
Мы снова отлично выступили и получили 3 звезды. А это обещанные награды. Ты молодец! Мы успешно отыграли одно выступление, и теперь нам доступно новое. Нажимай скорее! Девчонки, а у нас же теперь есть хлопушка с конфетти! Давайте поставим, а? Хорошо, Аленка, но убирать будешь все сама. Ой, ну я уберу! Вот это хлопушка! Ну да. Так, на чем я там еще не играла? Душа просит что-нибудь подубасить. Дай-ка мне барабанную установку. Ух ты, шарики! Ой, пожалуйста, я хочу шарики! Все готовы? Тогда начнем! Но я советую, ежедневно раз в день можно получить монеты. А еще в игре есть свободный режим. Заходи сюда и используй любые декорации, инструменты и костюмы, которые у тебя есть. Здесь можно делать все, что пожелаешь. Девочки, я смотрю, у вас тут намечается интересная самодеятельность. Мне передавали ребята из школы, что из чердака доносится шум музыки. Ой, Едвига Петровна, но мы же не во время занятий. Да и медведь нам на ухо вроде не наступил. Вот именно. Я вам вот что скажу. Продолжайте в том же духе, и я смогу организовать для вас кое-что поинтереснее чердака. Например? Например? Ой, ну говорите скорее, пожалуйста. Например, съемки для канала «Мультимузыка» или концерт в Мышкине. Все, ни слова больше, Едвига Петровна! Мы репетируем изо всех сил! Ух ты! Девчонки, вы слышали? У нас здорово получается! Кстати, мне кажется, что я наконец готова! Спеть! Дайте мне микрофон! А я думаю, что зря мы спрятали наш ковер. Он ведь симпатичный. Ну, не знаю насчет ковра. Надо что-то уже серьезное приобрести. Дым-машину, например. Как Аленка конфетти хочет, так потом уберись. А как Варя все задымить хочет. Аленка, все, пора начинать. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла.